Государственные и муниципальные служащие в России имеют право на годичный неоплачиваемый отпуск. Другие категории работников также могут уйти в отпуск без содержания на любой срок. Об этом сообщает доцент кафедры Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Специалист объяснила, что соответствующие права прописаны в Трудовом кодексе. Для получения отпуска работнику необходимо написать заявление. Однако для этого должна быть уважительная причина, причем определять степень ее уважительности будет работодатель. По словам Ивановой Швец, при наличии согласия работодателя любой работник в России может уйти в длительный отпуск. При этом отпуск будет неоплачиваемым. Кроме того, за время отдыха не будут производиться пенсионные отчисления и не будет формироваться страховой стаж работника, предупредила Иванова Швец.